Как сделать Архангельск одной из самых вкусных точек на карте мира? Секретами и идеями с представителями туристического бизнеса региона сегодня поделился Леонид Галиптерман, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Гость уверен, все предпосылки развития гастрономического туризма у Поморья есть. Тем не менее, за пределами области наши рыбные блюда и даже знаменитые северные козули известны мало кому. Когда был задан вопрос о том, что же вы воспринимаете как продукт Архангельской области, ну, честно говоря, по-моему, мы немножко все растерялись. Треска, но треска есть еще где-то, много где, да. И вот такая была тишина, поэтому нам важно выработать, чтобы у нас у всех возникал сразу же образ того продукта. Леонид Галиптерман уверен, нужно создавать бренд того самого продукта, который будет характерен именно для Архангельской области. У вас есть замечательное декоративно-прикладное искусство, виды. Да, но подайте идею людям делать что-то вот на гастрономическую тему. Используйте это как сувенир. Это очень рабочая вещь. Просто очень. Она хорошо очень продает. Продвинуть гастрономическую идею можно, например, с помощью художественной северной культуры. В Поморье известно более десятка видов росписи.